Далеко-далеко в аду есть новый биом, который покрыт полностью мрачным мраком. Там новый песок душ, который горит синим светом. Там валяются кости динозавров, гастов, пигменов, свинозомби и игроков, которые не смогли выбраться из ада. Ну, в смысле, не из ада, из задницы, а из ада. И только в этом биоме можно найти новую руду, с помощью которой можно скрафтить новую броню. Да я не так страшно рассказывал, чтобы ты обгагундилась от страха, Кать! Ты... Поднимайся обратно! Да не такого... Нет, давай ты ко мне! Да, нам нужно в другую сторону, поднимайся обратно! Блин, я хотела, чтобы было эффектно. Да, оно как бы было эффектно, но я не думал, что я настолько страшно рассказываю, то что Катя с этого, с обрыва сиганет. Но на самом деле, нам осталось последнее дело в этой пробной версии Майнкрафта. В предыдущей серии мы установили пробную версию нового Майнкрафта, которая скоро выйдет в ближайшие несколько месяцев, чтобы просто узнать, что же добавят. Ну, как мы уже узнали, красные биомы, синие биомы и, кстати, тот самый последний биом, в который мы с тобой, Катя, должны были отправиться. Пошли. Прыгай давай сразу вниз, вот сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-не-не-не-не, я же разобьюсь. Прыгай, я тебя словлю, давай. Да, давай. Словил. Одно сердечко. Пошли. Спасибо. Аккуратненько, проходите, сейчас я вам продемонстрирую синий огонь. Такого мы с тобой, Катя, еще не видели. И как только ты заходишь в этот биом, посмотри, как все покрывается синим мрачным мраком. Я уже отсюда вижу на самом деле. Спрячь свои морковки подальше, они здесь могут просто исчезнуть. Да все, не пугай. Побежали, я добуду парочку вот этих блоков, кстати, как они добываются, я даже не понимаю, то ли с лопатой, то ли с киркой, неважно, пошли. А вот, кстати, Кать, перепрыгивай, давай, посмотри наверх, видишь, синий свет горит, синим светом синее пламя. Нет. Ладно, давай тогда подойдем ближе, если Катя не видит. Сейчас вижу. Давай просроемся ближе, главное не падай, пожалуйста, в лавочку, хорошо? В лавочку не падай, вот на ту сторону перестроимся, и тут тоже не падай. Эти новые биомы покрыты мраком, я это уже третий раз говорю, поэтому, Катя, аккуратней, пожалуйста, перепрыгивай сюда. Тут послание, ну ты не мог еще чуть-чуть побольше построить специально для меня? Я просто опять одно сердечко. Смотри, тут послание в виде креста. Отсечки. Это как раз таки мы прямо сейчас с тобой топчемся на костях динозавра. Это кость? Это кость! В смысле? Оглянись вокруг! Везде кости! Здесь кости! Сзади тебя кости! И вот там кости! Костный блок. Я тебе говорю, это кости! Подожди. Послушай звук. Нифига себе, новые звуки в Майнкрафт занесли. Неплохо так, костная мука. Вот смотри. Да, слушай, дай мне на секунду твои крылья. На секунду. Мне просто надо кое-что проверить. Сравнить твои крылья и мои крылья. Дай сюда. Короче, смотри. Все, до свидания, крылья. Не, еще одни есть. А, ну дай еще одни. Нет, не дам. Ну дай еще одни крылья. Нет! Короче, я тебе хотел показать то, что... А в смысле, откуда у тебя двое крыльев? Я нашла в этом, в инвентаре у нас в сундуках вторые крылья. Да почему? Я не знаю то, что... Все, хватит мне голову пудрить! Короче, подожди! Прикол в том, что я могу выбросить все свои вещи, просто все свои алмазные вещи вот сюда, и они... Офигеть, у тебя все зачарено! Нет, чё ты завидуешь? Нельзя завидовать! Вот я хотел тебе просто показать то, что в новом огне ничего не горит, Катя, не горит. Ну, ты горишь! Во-во-во-во-во-во, я хотела проверить, ты будешь гореть тоже синим пламенем, бля? Ну, как мне сказали, это баг Майнкрафта. То есть то, что здесь ничего не горит, это баг. И это потом должны поправить. Но я не знаю, насколько это правдоподобно. Потом посмотрим. А, потушилось.
И еще кое-что я тебе должен показать. То же, что мы с тобой будем использовать в новых версиях. Подойди сюда, подойди сюда. Вот так. Как крафтится новый красивый факел? Вот так вот. Синий факел будет? Хочу фиолетовый факел, дайте фиолетовый факел. Может, когда выйдет версия Майнкрафта 1.2.69, может, тогда будет фиолетовый факел. Погоди, а как ты скрафтил синий огонь? Из чего? А вот эти пески новые нужно добывать, вот этот, с этого песка. А еще, подожди, не только синий огонь я могу скрафтить синий фонарь. Вот смотри, вот смотри, опа, опа, и вот сюда, опа. Круто, давай его дома такой повесим. Повесим, да, может быть, когда-нибудь повесим, когда выйдет новая версия Майнкрафта. Короче, мы с тобой посмотрели все биомы. Мы с тобой посмотрели пока на данный момент всех новых монстров, которые здесь находятся. Как я знаю, потом добавят новых вот этих свинозомби, они будут выглядеть намного круче, и с ними вроде можно будет торговаться. А сейчас, Кать... как бы это страшно ни звучало, нам с тобой надо спуститься под лаву. Как это возможно? Ну, короче, нам надо спуститься под озеро лавы. Потому что мы еще должны показать новые руды, которые добавили в новом Майнкрафте. Короче, под озерами славы сейчас можно найти новую руду, с помощью которой можно скрафтить новую броню, которая даже лучше, чем алмазная. Лучше, чем алмазная? Да ты гонишь. Я не гоню, Вася. Лучше, чем алмазная. Поэтому я должен вызвать Катю Бульдозер. Катя Бульдозер. Я. Вам нужно прокопаться вниз и там раскопать настолько огромную яму, насколько только возможно. Прям под себя? Ну смотри, немножко вниз прокопайся, и все, и как бы Катя Бульдозер... То только с магмоблоков сойди, с магмоблоков! Катя сейчас умрет, с магмоблоков сойди! Вот. Короче, копай там огромную яму, где-то, возможно, там будет новая руда. Нам нужно 4 штуки такой руды, чтобы показать тебе, как будет выглядеть новый меч. Но тут не будет этой руды, тут будет максимум этот бедрок в конце. Ща найдем, Кать, не сыкуй, ща найдем. Катя Бульдозер! Ты что-то нашла или не нашла? Ищу, а ты? Ну я пока тоже ищу. Просто как я смотрел видосики, и так же как Катя смотрит туториалы на ютубе по поводу Майнкрафта, они спавнятся гораздо реже даже, чем алмазы. Поэтому, Кать, мы здесь можем прям выкопать, наверное, весь ад. И, наверное, ни черта не найдем. Если ты случайно наткнешься на лаву... Лава! Наткнешься на лаву, сразу же ее закапывай, потому что чаще всего эти блоки краски спамятся возле лавы. Вот. Поэтому нам наоборот надо... Что такое? Нашел? Тихо! Да ты успокойся, ядрёна кочерышка, тихо! Так, ты можешь успокоиться, эта лава проклятая. Тихо. Собирай. Это древние какие-то частицы, если я не ошибаюсь. Сейчас, подожди, у меня весь инвентарь захламлен этим незеритом. Если ты сейчас упадешь в лаву, я больше в Майнкрафт не играю. Собака! Ты как кукунья, кукурушка! Зато я добыл эту билиберду древнюю в... Так, ансиен древний дебил, дебриз, не знаю, как он называется. Так, сейчас я... Кать, у нас здесь половина города. Это ты здесь взрывала что-то? Я? Да я в аду. В смысле? А, ну, походу, крипер. Мистер Крипер здесь сам гулял и все к чертовой бабушке взорвал. Я сейчас приду. Да. Жди меня. Нашла! Да ну. Да. Копай, еще 2 штучки осталось. Мы тут раздербанили, конечно, все, что только можно. Копай, Кать, ты везучая. Так ты собери, не боюсь такие вещи брать. Хорошо, я заберу. Иди другое что-то копай. Опа. Всё, давай. Ха-ха-ха, 2 штучки есть. Красота.
Сейчас намного чаще будет появляться желание приходить в ад и здесь все исследовать. Красиво, красиво. Нашла! Еще один нашла? Да! Копай, мать! И вытаскивай свою задницу оттуда наверх! Все, давай. Так. Только в лаве не сожги. Молодец. Опа. А у меня весь инвентарь, блин, в хламе всяком сейчас. Да мы уже нифига не найдем. Все, пошли домой. Да, это, конечно, не так просто, как я думал. Для вас это пару минут, а мы здесь уже с Катей бульдозер копаемся примерно... Слава яйцам куриным! Мы с Катей здесь копаемся уже минут 35! Ох, ребята, как только выйдет новая версия Майнкрафта, очуметь просто и не встать. Как долго нужно будет искать вот эти древние куски, не знаю... Чего? Пошли! Я не буду искать это, я не будешь, выйдет новая версия, будешь искать. Так, до свидания, короче, Кать. Ща. А. Самый быстрый способ дома оказаться. Ну все, давай что-нибудь сделаем. Давай, что из них делать можно? Нужно как? В первую очередь надо их поставить в плавильную печь. Сейчас из них должны получиться 4 каких-то куска металлолома или что-то вот такого. Не забирай! Незерит скраб. Ну, короче, металлолом с них получается. Я забираю 2 штучки и еще одну. И сейчас будет последняя. Забираем. И сейчас с этого всего... Мы ставим в печь... А, подожди! Сгоняй за золотом! Быстро за золотом! Сгоняй, давай, быстро! Блин, всегда с собой золото таскала, вот недавно вытащила только. Золото на бочку. Вот так. 4 металлолома и 4 золота. И у нас получается незеритовый слиток. А вот сейчас, Кать, нам с тобой нужно решить, что мы будем делать с этого незеритого слитка. По сути, покажи, мы можем... как выглядит. Да, посмотри. Черный. Черный. Вот, выбрасывай обратно. Нам нужно решить, что мы с него будем сейчас делать. Ботиночки. Шлем! Ботиночки! Шлем очень круто выглядит. Ботиночки просто черные, а шлем такой рыцарский просто. Давай, а вот ботиночки нужнее. Должна быть вообще всегда много обуви должно быть у женщин. На улице зима? Зима! А что зимой нужно носить? Обувь. Шапки, вот именно! Поэтому спускайся вниз. Сначала... То есть? Сначала надо скрафтить алмазный шлем. И потом... На этот алмазный шлем нужно наложить вот этот слиток. И только тогда у нас получается незеритовый шлем. Нифига себе, какие траты! Золото! Переплавить на алмаз туда-сюда! Да не... Зато не зря эта бронька будет лучше, чем алмазная. Так, иди сюда. Дай померить. Блин, я хотела ботиночки. Ботинки всегда все зимой носят. Ты попробуй без ботинок выйти на улицу. А ты попробуй. Ты-то выйдешь. Ну, слушай, ты же не будешь босиком выходить. Так, держи. Мне надевать или тебе надевать? Я. Давай на счет 3. Сразу не надевай. Это должен быть торжественный момент. Торжествуй. Давай, торжество. Я даже не знаю, ты выглядишь, как будто ты мамкину кастрюлю себе на голову нацепила. А так, в принципе, чики-бомбони даже. А слушай, пойдем. А попробуй зачарить на первый уровень. Мне кажется, он будет просто зашибительски выглядеть. Держи лазурит, чарь. Давай. Еще. Да хватит, что так много. Так, вот это вот. Слушай, на первый уровень прочность 2. Надевай скорее, хочется посмотреть, Кать! Да подожди ты, не это самое. Вот оно как. Ля, зачарованная мамкина кастрюля. А так, в принципе, хорошо. Короче, мы потратили 40 минут на то, чтобы скрафтить мамкину зачарованную кастрюлю, а таких надо 4 штуки, и потом все свои инструменты вот эти также можно сделать адскими. Короче, ребята, выйдет новая версия, потратим всю свою жизнь на то, чтобы добыть просто вот этот металлолом в аду. Слушай, ну ты-то хотя бы помери. Ну давай, мамкина кастрюля на голову.
рыцарь прям. Ой, детка, я твой защитник, да, ну не... Ну неплохо, слушай, ну ладно, прикольно, прикольно, согласен. Ладушки, ты меня не жди, вернусь через неделю, потому что мне нужны ботинки. Вот пока все не соберу, не приду, все, пока. Ты, Серёд, Кать, мы 40 минут потратили на то, чтобы шлем сделать! Какие ботинки? Это я. Ваша мама ушла и больше никогда не вот это не вернется. Ну ладно, Чебурак, на ты примеряй. Мамкину кастрюльку.